Гепаргін – джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. І зараз будемо говорити якраз про те, що відбувається в Сполучених Штатах Америки в Конгресі США щодо виділення допомоги Україні. Пам'ятаємо, що було заблоковано навіть розгляд закону про те, щоб така допомога була надана Україні, Ізраїлю та Тайваню. Ну і зараз повідомляється про те, що Білий Дім навіть готовий піти на певні поступки для республіканців, так, щоб все-таки цей закон був ухвалений і потім підписаний. Говорити про це будемо з Анною Бродські-Кроткіною. Вона є завідувачкою програми славістики в університеті імені Вашингтона Талі, докторкою філологічних наук, журналісткою. Вона зараз з нами на зв'язку. Анна, здравствуйте, привітаю вас в ефірі. Здравствуйте, рада вас слышать. Взаимно. Вот как раз хотел спросить, мы понимаем, что работы Конгресса не так много осталось времени, скоро уже, как это, рождественские каникулы, дальше что, Новый год, и мы понимаем, что дальше уже январь. А как вам кажется, вот по вашим оценкам, насколько велики или малы шансы того, что в этом году смогут все-таки рассмотреть тот законопроект, который предлагает Джо Байден и, собственно, Белый дом? Ну, вы знаете, у Байдена огромный, конечно, опыт политика, который умеет вести переговоры. Так что тут есть какая-то надежда. И он готов идти на уступки с Конгрессом. Так что надежда кое-какая есть. Но давайте посмотрим, что вообще тут происходит. Последний месяц происходили все возможные манипуляции. Это уже ведь история не сегодняшнего дня, это уже продолжается несколько месяцев, когда республиканцы специально отделались от своего спикера, собственно говоря, чтобы затормозить процесс помощи Украине. И тут возник такой драматический момент. Казалось бы, они затормозили этот процесс, и началась война в Израиле. Теперь здесь, если по поводу помощи Украине есть раскол, то есть среди республиканцев, то никакого раскола для помощи Израилю нету. И тут Байден сделал очень хитрый ход. Он объединил помощь Украине, Тайваню и Израилю в один пакет. Поэтому как бы республиканцы зажаты в угол. Вот как они из этого угла смогут выбраться, непонятно. С другой стороны, он не зажимает демократов в угол, заставляя демократов сделать больше для защиты южной границы от мигрантов, чем демократы готовы. Поэтому тут такие вот танцы происходят, политические, некрасивые, потому что речь идет о жизни людей в Украине, речь идет о жизни людей в Израиле, речь идет о безопасности Тайваня. В конце концов, речь идет о безопасности США. Речь идет о жизни и смерти. Тем не менее, мы вот видим в Конгрессе совершенно некрасивые, в общем-то, в конце концов, аморальные танцы. Вы знаете, простите, что перебиваю, но вот я читал статью в «Нью-Йорк Таймс», и там мы можем увидеть, что... Ну, по крайней мере, как пишут журналисты «Нью-Йорк Таймс», что на самом деле трамписты используют вот эту тему со стеной, с миграцией, с защитой американско-мексиканской границы как повод. Что это не означает, что действительно, вот если сейчас взять и утвердить те вещи, которые они хотят, да, на которых они настаивают, что это означает, что дальше они все-таки согласятся принять этот закон. Как вы считаете, опять же, возможен ли тут компромисс? Ну, строго говоря, Байден уже сказал, на днях это было в среду, он сказал, что да, он готов на компромисс, когда речь идет о защите и укреплении южной границы США. Ну, там что там вообще происходит? Разные люди говорят разные. Тут вступают уже в разные конфликты интересов. С одной стороны, трамписты обожают эту тему. А почему трамписты обожают тему границы? Нужен враг. Трампистам это ультраправое крыло, в конце концов, и американского общества, и американского правительства. И этому крылу всегда нужен враг для самоопределения. И мигранты – это была такая традиционная цена. Мы свои, мигранты чужие.
Поэтому им очень эта тема импонирует. И Трамп на ней настаивал, и трамписты в Конгрессе на этой теме настаивают. Но что там происходит в настоящий момент? В настоящий момент действительно огромный наплыв беженцев. И, в общем-то, система не очень справляется с этим. И то, что беженцев такое количество, даже видно невооруженным глазом, скажем, в городе Нью-Йорке, теперь новая политика, которой грозился осуществить Трамп, и ее стали осуществлять политики в Техасе и во Флориде, а именно мигрантов сажают в автобусы и перевозят в северные города. Таким образом, вся страна видит, что действительно мигрантов очень много. Ну, скажем, в одном Нью-Йорке сейчас их 60 тысяч, и в Нью-Йорке есть закон, где нельзя просто сказать мигрантам, вот живите на улице, нас это не касается. Нет, штат должен обязательно поселить людей в отеле, и они это делают, предоставить, между прочим, медицинское обслуживание, они это делают, предоставить еду, и штат, и город это тоже делает. Поэтому северные города, например, сейчас действительно им очень трудно справляться с этим финансово. То есть какая-то проблема, несомненно, есть, тем более, что наплыв на границе, ну, его видно в цифрах. И действительно, больше чем 2500-3000 мигрантов в день пытаются перейти через границу, это огромный наплыв. Анна, знаете, теперь хочу все-таки вернуться к Украине, и было, ну, несколько, как это сказать, таких событий определенных, которые очень широко обсуждали, ну, здесь у нас в Украине. Во-первых, тот момент, когда президент Украины Владимир Зеленский отменил свое выступление перед сенаторами. А как это обсуждали в США, как вот такой шаг, на что он мог повлиять? Ну, мне кажется, что обсуждали довольно вскользь. Я тут посмотрела всю прессу, конечно, на эту тему, потому что это вызвало некоторое удивление и беспокойство в прессе. А почему? Почему он отменил свое выступление? Но в конце концов стало понятно, почему он отменил свое выступление. Потому что республиканские сенаторы в настоящий момент просто не идут на переговоры, которые касаются и помощи Украине, и процессу укрепления южной границы. Мы точно не знаем, что там в пакете, что предлагают республиканцы. Возможно, они предлагают опять какие-то исключительно антигуманные процессы. Например, при Трампе семьи разделяли на границе и отнимали детей у родителей и посылали детей в отдельные центры, а родителей в другие центры. До сих пор есть дети, которые потерялись. Поэтому если республиканцы предлагают вот такой сценарий, то понятно, что демократы на такой не пойдут. То есть мы точно не знаем, что в этом пакете. Но я думаю, что Зеленский понял, что эти переговоры сейчас ни к чему не приведут. И его слова не тронут сердца республиканцев. Поэтому я думаю, что это был просто рациональный ход. И так это, в общем-то, выглядит задним числом. Демократы, видимо, да, пойдут все-таки на какие-то уступки. Что тут сказал Байден про границу? Конечно, мы хотим укрепить нашу границу. Мы хотим, чтобы этот процесс был не хаотическим, чтобы этот процесс был нормальным. И для Байдена, конечно, политически исключительно важна помощь Украине. Собственно, политика Байдена, его наследие, его политическое наследие, его политическая репутация 100% связана с победой Украины. Ну, и Байден тоже не один. Тут как раз очень важно, что это партийная система, а не система, где лидер решает все, и только он несет ответственность. Не победа Украины, а наоборот, победа России, это будет абсолютным поражением демократической партии. Поэтому они не могут себе это позволить. И, конечно, они пойдут на какие-то уступки, что касается границы. Кроме того, с границей это тоже не все так просто. Республиканцы, для них это идеологический повод. На самом деле экономике Америки очень нужны мигранты. Например, сельское хозяйство абсолютно зависит
от мигрантов, строительство зависит от мигрантов. Это очень серьезный фактор в экономике Америки, поэтому прекратить миграцию, это просто было бы самоубийство с экономической точки зрения. Поэтому в конечном итоге все, скорее всего, выйдут на компромисс. Да, мы понимаем, что тут, конечно, есть и популистская часть этой проблемы, и, конечно, есть реальная часть проблемы, вы о ней тоже сейчас сказали. Вы знаете, тут еще активно в Украине обсуждается тот вопрос, а насколько эффективна украинская делегация, которая вот прилетела в Вашингтон. Мы видим, ну, у нас действительно много споров на эту тему, мы видим, что там есть и глава офиса президента Андрей Ермак, и министр обороны Рустем Умеров и, не знаю, спикер парламента. Ну, то есть мы видим разных людей. Вопрос вот в чем. Как вы оцениваете коммуникацию у представителей Украины в Вашингтоне? В том смысле, как их можно увидеть в медиа? Как об этом говорят в медиа? Можно ли действительно оценить эффективность, ну вот, находясь в Соединенных Штатах Америки? Ну, вообще, американцы, тут нужно признать печальный факт, что для американцев, вот для среднего американца, внешняя политика не так отдаленно, не так важна, как внутренняя политика. Поэтому для среднего американца приезд делегации из Украины это в общем, побочное явление. Но, конечно, личный фактор в политических отношениях, он очень важен. Вообще Байден, например, исключительно верит в личный фактор, в личную коммуникацию. Мы видим, что когда Зеленский выступает, страна его слушает. Он всегда очень эффективно выступает. И это очень помогает, конечно, общественному мнению. Но на круг, конечно, американцы присматриваются к внутренней политике, а не к внешней. А что касается вообще общего понимания, что значит Украина для Америки? Это для политиков, конечно, уже давно понятно. И, к сожалению, вот только недавно Байден начал объяснять рядовым американцам, почему так исключительно важно для американцев не дать Путину победить. Он говорит об этом из выступления в выступление. Он написал целую статью в Washington Post про это. И вот это вот играет очень важную роль. В общем-то, для американцев важнее услышать своих на эту тему, чем приезжих. И Байден все время говорит, слушайте, победа Путина – это будет катастрофа и для демократии, и для НАТО. Мы сейчас помогаем Украине оружием. Если дать Путину победить, то нам придется воевать уже по-настоящему. Уже нужно будет посылать наших солдат, потому что Путин не остановится просто в Украине. Простите, что перебиваю. А как работает этот аргумент? Я, знаете, среди прочего увидел в... Мне кажется, это в Твиттере. Ну, это уже X, да, называется. Это соцсеть Такера Карлсона. Это бывшая звезда Fox News, да, такого республиканского, можно сказать, очень популярного телеканала. Так вот, там Такер Карлсон цитирует якобы Ллойда Остина, главу Пентагона, который, обращаясь к конгрессменам, к сенаторам, говорит, что, смотрите, ну вот если не дадите денег Украине, я тут утрирую сейчас, упрощаю его слова, то тогда мы ваших там братьев, дядьев и так далее отправим на войну воевать с Россией. Ну вот он, вот так он это все формулирует, там еще Илон Маск присоединяется к этой дискуссии, в общем, работает ли этот аргумент? Насколько серьезно его воспринимают? Ну, я про это тоже очень много думаю. Мне кажется, что этот аргумент работает, но не совсем. Конечно, реально говоря, если сейчас Россия, не дай бог, победила бы, и Россия бы не остановилась, Путин не остановился бы на Украине, это всем понятно. Скорее всего, пошел бы дальше на страны Балтики и Польшу. Польша, судя по российской пропаганде, Польша это сейчас представляется лакомым кусочком. И тогда действительно страны НАТО должны были бы защищать Польшу. Но в чем тут проблема в смысле аргумента? Что Трамп все время говорит на многих своих выступлениях, а зачем вообще нам НАТО? Мы выйдем из НАТО, НАТО нам не нужно. И мы слышим отголоски этого, и, скажем, у таких
кандидатов, как Рамасвами. То есть такой дискурс уже присутствует. И поэтому, когда Байден говорит, нам придется защищать Европу, и нам придется посылать своих солдат, это сейчас не очень действенно, так мне кажется. И, конечно, мы видим отчасти это, мы видим, что думает американское население по опросам. И, в общем-то, американцы сейчас разделены примерно поровну на три части. 28% говорит, что не нужно помогать больше Украине, 28% считает, что нужно больше помогать, и примерно столько же считает, что все нужно оставить на том уровне, на котором это сейчас происходит. Так что общество поделилось, но не так резко. И, в конце концов, те, которые считают, что помогать нужно, и те, которые считают, что нужно больше помогать, перевешивают тех, которые считают, что помогать не нужно. Так что, в общем, мы видим, что вот все эти усилия, и выступление делегации Украины, и выступление Зеленского, и выступление Байдена, что это, да, имеет какой-то вес. Но, кроме того, все-таки, скажем, что-то положительное про республиканцев, которые, конечно, сейчас главные, кто воду мутит. Очень многие республиканцы за Украину. Например, Ромни только что сказал, меня просто Конгресс с ума сводит. Именно вот такими словами, с ума сводят. Их то, что они задерживают помощь Украине, сводит меня с ума. То есть есть люди, которые реально волнуются. Волнуются эмоционально тоже, вот как Ромни. Ну, это, знаете, это на самом деле такие классические республиканцы, да, когда мы говорим, консервативные, возможно, их можно называть, они как раз точно знают, что такое, как это, красная угроза, мы помним, это историческое противостояние Советским Союзом, и дальше, конечно, оно перенеслось и на Россию тоже. Но мы одновременно с этим помним, что 24-й год, это год выборов, президентских выборов США, и уже было довольно много таких серьезных аналитических статей, колонок о том, что, смотрите, у Дональда Трампа очень много шансов снова стать президентом, то есть переизбраться, и дальше там каждый по-своему описывает, что это будет означать для США и что это будет означать для мира. Есть ли какое-то противоядие Трампу? Ищут ли какие-то решения? Находят ли какие-то решения? Какие видели вы? Противоядие. Трамп кажется действительно какой-то бессмертный монстр. Какие могут быть противоядия? Например, сильная экономика. Если через год будет сильная экономика в Америке, это огромное противоядие против Трампа. Почему он такой, собственно говоря, популярный? Он популярный, потому что он продвигает авторитарную ментальность. И, собственно, поэтому его сторонники так, в общем-то, спокойно относятся к Путину и готовы вполне даже ему потакать. К сожалению, это вот такая правая волна правого популизма. Мы видим ее во всем мире, и Америка не исключение. Это имеет очень много причин. Например, быстрая смена социальных ценностей, быстрое признание, скажем, ЛГБТ, признание трансгендеров, равные права женщин, признание расизма в Америке. Это очень быстрая смена ценностей. И просто очень многие люди, особенно старое поколение, особенно белые консерваторы, религиозные, просто не поспевают за этой сменой ценностей. Одно из противоядий, например, как ни странно, пришло прямо от республиканцев. Это запреты на аборты. И вот когда аборты во многих штатах запретили, и люди конкретно увидели, что это значит, вот это оказалось таким противоядием. Теперь, конечно, женщины не будут голосовать за Трампа, потому что то законодательство, которое ввели, скажем, в таких штатах, как Техас, оно просто реально убивает женщин.
Поэтому вот, вот это противоядие. Женщины голосовать... Вы знаете, но при этом одновременно с этим мы видим, как, например, среди темнокожих американцев, да, растет поддержка Трампа. То есть мы видим какие-то удивительные вещи. Анна, спасибо вам большое за вашу аналитику. К сожалению, нам нужно уже выходить на новости. Нагадаю нашей аудитории, знамо на звездку Анна Бродски-Кроткина, завідувачка программы славистики в университете имени Вашингтона Талі, докторка филологических наук, журналистка, говорила, звичайно, про той процес, який триває зараз в Конгресі США, який гальмує допомогу Україні. Ми дуже пильно слідкуємо за цим процесом. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.